Всем привет, ребят! Сейчас посмотрим новый клип от группы Bad Omens. Честно, я не помню, что я делала на них реакции или слушала вообще эту группу. Вот. Это американская альтернативная метал-группа из Ричмонда, штат Вирджиния, образована в 2015 году. Давайте посмотрим их новый клип The Death of Peace of Mind и оценим. Ожидала такого высокого голоса. Песня держит напряжение, как будто что-то должно произойти. Я не знаю, давайте дальше смотреть. И клип вот такой страшненький. Офигенный клип. Я не знаю, я не знакома их с творчеством, мне просто интересно, это все у них такие песни или нет, но мне после этого прослушивания очень понравилась сама песня. Клип вообще просто отдельная сказка для меня, потому что это очень сюжетно и очень круто снято в плане реально какого-то истории, детективной истории.
Там настолько все тут завершено и очень круто показано. В плане вот эти вот мешки, люди, выставка, вот это мне очень понравилось. Прям этот сюжет тебя держит в напряжении, и ты такой, блин, что тут дальше происходит? Что тут можно найти в плане каких-то кусочков зацепку, чтобы понять, что будет происходить вообще, или что происходило уже. Вот, не знаю, для меня это поразило клип, мне очень понравился клип, правда, вот. И какая съемка, она там офигенно крутая, в плане того, что, понимаете, где машина горела, и там человек сидел. Это понятно, что они там сделали, там, может быть, эти пиротехники, все дела, но, блин, это очень круто снято. Какой-то очень оставляющий след этот клип, и песня сама, и вот эта их мелодия немножко почему-то мне показалась такая церковная, как бы, как будто человека уже отпевают. Я не знаю, такое можно произносить на ютубе или нет. В общем, почему-то мне такое показалось, и это круто. Это прям офигенно. Вот для первого прослушивания, мне кажется, это очень впечатляюще и очень своеобразно так. Однозначно здесь голос. Я думала, кстати, там будет немного грола или чуть потяжелее, но в этой песне нет, но мне чуть-чуть на вот этого чуть-чуть не хватило совсем, но все равно это потрясающе. Классная съемка, классные инструменты, именно сама мелодия. Голос прям вообще какой-то стеклянно-клёвый. За клип прям отдельная восторг у меня, поэтому однозначно здесь 10 из 10. Я еще, наверное, что-то посмотрю, послушаю, потому что мне понравилось, правда. Вот. Спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас всех. И подписывайтесь на мои социальные сети, на мой Инстаграм, на мой ТикТок. И всем пока!